Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. И сегодня мы будем выпекать самый вкусный хлеб в хлебопечке Panasonic SD2501. Как вы знаете, я недавно купил хлебопечку, и будем выпекать мы сегодня обычный белый хлеб. На второй программе, он называется основной быстрый. За 2 часа испекется хлеб у нас. Значит, состав этого хлеба такой, значит, дрожжи 3 чайных ложки, пшеничная мука 600 грамм. Пшеничная мука в нашем случае это мука Макфа. Соль 2 чайные ложки, сахар 2 столовые ложки, масло растительное 2 столовые ложки и вода 370 мл. Хочу сказать, что опытным путем я уже установил, что 370 мл это воды недостаточное количество, ее надо примерно 400 грамм. Вот, кстати, эта книжечка, здесь все написано. Это основной рецепт. Здесь также и другие есть. Значит, приступим. Мука уже просеянная. Здесь я взвесил на весах 600 грамм. Дрожжи Саф Момент. Самые, наверное, распространенные дрожжи в России. Соль обычная. Сахарный песок тоже обычный, ничем не примечательный. И масло подсолнечное. Вот такое вот. Первым делом, конечно, засыпаем дрожжи. 3 чайных ложки. Как сказано в книге, сначала сыпятся компоненты сухие, а потом уже жидкие. Не хватило что-то, надо еще один пакетик распечатать. И досыпать. Вот они такие вот дрожжи. Самые популярные. Когда они только дрожжи появились, эти Саф Момент, многие заваривали брагу на этих дрожжах и хвалили эти дрожжи. Говорили, как же вкусная брага получается, и самогон из этих дрожжей очень вкусный получался. Это был примерно 98 где-то они появились в продаже у нас и стали популярными, эти дрожжи Саф Момент. Так, значит, 3 чайных ложки дрожжей. Далее засыпаем муку 600 грамм таким образом, чтобы она покрывала эти дрожжи. Кстати, я выбрал рецепт. Это размер у нас буханки будет XL. Это значит самый максимальный размер в этом рецепте. И после того, как хлеб будет готов, вес буханки будет 1 килограмм. 2 чайные ложки соли. Один. Два. Так. Сахар 2 столовые ложки. Две. И все, остался крайний компонент, это растительное масло. 2 столовые ложки. Заливаем растительное масло. 2 столовые
Ложкин. Не, хотя это не, нет, не крайний компонент, а предпоследний. Самый крайний компонент — это вода у нас пойдет. Вода, как я уже сказал, здесь написано 370 миллилитров. Но мы нальем воды не 370 миллилитров, а нальем 400 миллилитров. Так как, скорее всего, это зависит от муки. Возможно, те рецепты, которые здесь напечатаны, на какой-то определенный вид муки, сорт, скажем, торговую марку предназначались. Они как раз подходили. Количество воды. Так, значит, 300. Залил 300 миллилитров. Здесь видно, интересно, или нет? Во. 300 миллилитров. Заливаем сюда, в краешек. Еще 100 грамм. Все компоненты у нас уже загружены в чашу. Ставим ее в хлебопечку. Включаем в сеть. У нас здесь выбрана первая программа, а нам нужна вторая программа. Вот это вторая программа. Размер буханки вот здесь выбирается. Стрелочка. Вот, XL. И цвет корочки. Сейчас выбрана средняя, а мы сделаем темную. Закрываем это все дело. Хотя, в принципе, можно не закрывать сейчас. Нажмем старт. И уже пошло замешивание. Сейчас я вам покажу, как там идет это замешивание. Вот таким вот образом. Прошло у нас уже 14 минут. Через час 46 у нас уже будет хлебушек. А здесь уже образовался такой колобок. Тесто все вымешивается, вымешивается. Уже времени немного осталось. Потом у нас будет подъем и выпечка. Выпечка начинается на этой программе, когда 40 минут остается до конца этого процесса изготовления хлеба, и начинается выпечка. Уже через 41 минуту будет у нас готов хлеб. Как будет 40 здесь минут с подъема, в режим выпечки перейдет хлебопечка. И начнется процесс выпекания. Вот он. Выпечка уже здесь. Полоска показывает, что пошла выпечка. Осталась 1 минута, и уже сейчас будет готов наш хлебушек. После того, как время выйдет, прозвучит звуковой сигнал, там 8 раз. Кстати, сигнал не очень такой громкий. Если вы находитесь где-то в другой комнате, вряд ли его можно будет услышать. Или там спите, с утра его, скорее всего, не услышите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз. Стоп. Хлебушек. Румяный хлеб. Сейчас достанем его. Ох, так. Горячий. Такой поджаристый. Так вот выглядит самая темная корочка.
хлеб. Все ровно пропеклося. Никаких нету дефектов на этом хлебе. Отличный, горячий. Пахнет очень здорово этот хлеб. Вот это место, где лопатка промешивала. Лопатка у нас осталась вот здесь, в чаше. Хлеб у нас еще не особо остыл, но сейчас я отрежу небольшой кусочек. Вообще, когда я попробовал этот хлеб первый раз, мне он вообще очень-очень понравился. Еще преимущество этого хлеба в том, что его можно есть даже без всего, без каких-либо тут колбас, без сыров. Просто налить чаю или кофе и есть этот хлеб. Он очень вкусный получается, этот хлеб. Потому что здесь нету никаких химических компонентов, никаких там присадок, ничего такого нет. Все натуральные компоненты. Хрустящий. Получилась целая килограммовая буханка хлеба. Это он без всего такой вкусный. А если на него намазать масло или черные икры, он будет еще вкуснее. В 2, 3, 4 раза вкуснее. Вот такой вот у нас хлеб получился. Такой красивый, отличный, настоящий, самый вкусный хлеб. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интересней.